Вітаю вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Бажання знайти кращого друга. Кому воно незнайоме? Про дитячу дружбу і подвиги ми поговоримо в нашій сьогоднішній програмі. Він був такий маленький, а я була дуже велика. Два піонера, Шура і Віця, два патріота, два земляка. Как это было? Это было очень давно, и я не знаю даже, как это было. Мы росли на таких песнях, мы росли на таких подвигах, мы росли на таких примерах. Вони навчались в одному класі. Він подарував їй свою фотокартку з підписю «Другу Валі, а друга Віті». А потім почалась війна, яка водночас перевернула життя мільйонів людей. В городе Николаеве немало различных памятников. С каждым из них связана своя история. А вот этот памятник, в бронзе которого запечатлены два мальчика, два пионера-героя, связаны огненные годы героических лет Великой Отечественной войны. И живы еще люди, которые знали лично этих героев. Я предлагаю вам, дорогие телезрители, отправиться в гости к одной из женщин, которая лично знала Витю Хоменко. Давайте поедем и поговорим с ней, и вспомним те былые годы. Мы сегодня в гостях, дорогие телезрители, очень интересных людей. Наша героиня, представляете, вообще трудно себе представить, но тем не менее это так. Она является одноклассницей легендарных юных героев, которых знают в Николаеве очень хорошо. Шура Кубер и Витя Хоменко. Нет, только но Витя Хоменко. Герои, правильно, но героев-то два, Валентина Васильевна. Да. Шура Кубер и Витя Хоменко. И вот одноклассница Витя Хоменко, дорогие телезрители, сидит перед вами. Вообще у нашей сегодняшней героини масса талантов и достоинств. Она долгие годы возглавляла городскую библиотеку имени Шуры Кобера и Вити Хоменко. Но сейчас хотелось бы немножечко вспомнить. Вы знаете, детство, оно всегда остается детством. Правда, Валентина Васильевна? Расскажите, пожалуйста, ваши воспоминания о Вите Хоменко. Был он хулиганом или он был спокойным мальчиком? Он был спокойным мальчиком. Спокойным. Он был очень такой, ну, взъерошенный такой был, ну, как вам сказать? Ну, вот спокойным мальчиком, он хорошо учился, да? Да, он хорошо учился, он хорошо знал математику, любил математику, любил, знал немецкий язык. Так как-то знал. Который впоследствии ему очень пригодился, да? Да, да, который ему пригодился, вот. А, Валентина Васильевна, но в книгах о Вите Хоменко и Шуре Кобере я читала, что именно Витя Хоменко, он был ужасно озорной и хулиганистый мальчишка. Да, озорной был. Ну, хулиганистый в хорошем плане. Ну, может быть, да. Но Шура тоже был такой, ну, умел за себя постоять. Вы лично знали и Шуру Кобера тоже, нет, да? Нет, я только Витю знала. Ну вот расскажите, пожалуйста, вы, конечно, очень много рассказывали, Валентина Васильевна. Ну вот хотелось бы сегодня услышать, тем более, что очень скоро, 1 сентября, вы знаете, многие, ну все дети, которые учатся в школе, школьного возраста, они все сядут за парты. И вот накануне этого 1 сентября зарядить ребят вот такой положительной энергией, что мальчишки и девчонки, вот вы живете в городе, в котором жили замечательные герои, ну, практически ваши одногодки. И вот сидит одноклассница Вити Хоменко. И вы знаете, дело в том, что всегда дети есть дети в любом возрасте, несмотря ни на войну. Вы ведь учились, когда война была уже или еще только-только начиналась война? Расскажите. Как раз началась. В каком классе вы были? В седьмом. В седьмом классе, когда началась война? Да. С Витей Хоменко вы учились с первого класса, да? Нет, я с пятого класса. С пятого класса. А до этого мы жили в селе.
А сидели вы с кем, Валентина Васильевна? Далеко от вас Витя сидел? Нет, близко. Он сидел, ну, как вам сказать, во втором ряду, во втором ряду, в пятом... На пятой парте. Пятая парта. На пятой парте. Да. А сколько человек в классе было? Где-то больше 30. Витя подарил вам свою собственную фотографию? Маленькую такую, маленькую. А как это началось? Он был в вас влюблен? Нет. Да. Какой, да. Какой там влюблен? Ну чего вы, мальчишки, скажите, вот вы станете дарить фотографии девочке, если вы в нее не влюблены? Нет. Видите? Телезрители что? Тоже согласны, что он был в вас влюблен? Ну признайтесь, Валентина Васильевна. Я не знаю этого. А что он написал тебе? Что он вам написал на этой фотографии? Другу Вали, а друга Вити. Так вы представляете, в те годы друг Валя, а друга Вити. А почему он вам подарил? Вы были дружны? Ну не просто ж так появилась такая надпись на фотографии, правда? Ну да, может быть. Но я не думаю, чтобы он... Он был такой маленький, а я была дылда большая. Ну и что, вы красивая? Конечно, ничего, Витя потом подрос, ничего страшного. Может быть. Витя подарил вам фотографию с перспективой. А как он вам подарил ее? Вот сказал: Валя, я хочу тебе подарить эту свою фотографию. Да. На перемене или во время урока? Нет, на перемене. Вот просто так ни с того ни с сего подошел и подарил? Нет, что-то говорил. Ну, вспомните, Валентина Васильевна, ну так интересно, когда мальчишки дарят фотографии девчонкам. Сейчас интересно, мальчишки, дарите фотографии? Если не дарите, дарите обязательно. Девчонки, вы тоже можете дарить фотографии своим мальчишкам, своим друзьям. Да, Валентина Васильевна, это так здорово. Итак, Витя подошел к вам на перемене и отозвал в сторонку, да? Пошептал вам на ушко: Валя. Вы артистка. Да? Ну, рассказывайте. Валентина Васильевна, ну мы же к вам приехали в гости. Ну, рассказывайте, как было да, на самом деле? Как это было? Это было очень давно, и я не знаю даже, как это было. Но знаю, что он сказал, что я тебе подарю фотографию. И вы ее хранили, эту фотографию? Да. И сколько лет вы проучились с Витей в одном классе? Вот сколько мало, лет? Мало, мало. Я с Витей проучилась в одном классе. Я в седьмом классе, в шестом классе я приехала в Николаев и жила в шестом классе с ними, училась. А в какой школе, Валентина Васильевна, вы учились? В какой школе? В пятой. В пятой школе, да? Да. Это да. Которая сейчас первая украинская гимназия. Да, угу. Да. Угу. Да. И он, ну, школа у нас была такая очень, ну, как вам сказать? Шумная? Да. И шумная, и шебутная? Да. Он был очень, ну, как вам сказать? Веселый мальчик был, да? Да. Веселый и добрый, да? Да. И добрый. И мать у него тоже была такая, ну, жили они очень бедно, отца у них не было. И он всю тяжесть большой семьи. Большая семья у него была? Большая. Мать и две сестры еще, и он. И он все возложил на себя. То есть он был как хозяин? Да, 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 да. Он очень помогал дома, да? Очень. Очень помогал. И посуду мыл, и квартиру убирал, и все. Он старший был. Так это вы были у него в гостях лично, что вы нет, знаете? Нет, нет, это уже воспоминания учительницы. А, учительницы, и да? Матери. А вот лично ваши воспоминания, Валентина Васильевна, вот лично ваши, каким вы запомнили Витю? Вот кроме того, что он лично вам подарил фотографию. Я сейчас вам скажу. Значит, он... Был математиком, если можно так сказать. Вот. И он собирал возле доски школьной, только перемена, звонок, Витя сразу к доске бежит. На перемене? На перемене. И все от него, и все тоже бегут
к доске, потому что Витя был урок математики, и Витя решал задачи, да? Решал задачи, причем примеры. Совершенно другим способом, чем учитель. У него это как-то получалось, и он умел это делать. Вот. И дети уважали его за это, что он был такой мальчик. Но можно сказать, что Витя был лидером вашего класса, Валентина Васильевна? Лидером? Может быть. Так у нас лидеров был один там такой забияка. Забияка, если можно так, да, сказать. А Витя нет. Витя был очень спокойный, тихий. Я читала о Вите Хоменко, что он был такой очень хулиганистый. И всегда он был способен на разные нестандартные поступки. Да. Веселые. Это да, это да. Он даже в воспоминаниях учительницы есть такие моменты, когда он... Ну, он же ж не подкладывал учительнице кнопки на... Да. Подкладывал? Да. Кнопки подкладывал. Замечания делал. Мальчишки, вы ничего не слышите? Не надо подкладывать учителям кнопки на стул, ни в коем случае. Да. Учителям делал замечания? Учительнице. Учительницы. У вас была одна учительница? Классный руководитель. Так, а какие замечания он ей делал? Ну, он что-то он против нее выступал. А почему, Валентина Васильевна? Почему? Потому что она говорит, а что ж такое, почему ты так ведешь себя? Он таки вел себя как-то неадекватно. Вот. А он говорит, а чего же он, преподаватель Конституции, так плохо ведет урок. Ага, то есть у Вити было обостренное чувство справедливости, да? Да, плохо ведет урок. У него говорит, у него такие предметы, примеры все, которые, ну, не похожи на... У Вити примеры? У Вити. Не, у этого немца. А, у учителя. Нет, да? Учителя. А тогда был предмет Конституции? Это был как раз предмет Конституции. И он непонятно вел этот урок, да, для да, детей? Да, плохо урок. И эта классная руководительница не выдержала это и решила пойти послушать. И пришла на урок к этому учителю Конституции. Так, и что? И действительно увидела, что он... Ну, вел урок не так, как нужно, не да? Не так, как нужно. Как? В каком смысле? Ну, не так, как вот что детям было совершенно непонятно, да? Да, он именно так. Он из своей тетрадки какой-то читал все время. А, просто читал? Читал, то, и что не заинтересовывал там, детей, то, что да? там было написано, да, не заинтересовано. И учительница, это Марья Моисеевна, наша учительница, она потом кому-то, не помню, кому она сказала, что действительно у него такой урок был непонятный для учеников. И действительно, Витя оказался прав, когда сделал, да? Да? А Витя сделал ему замечание, что нет, вы... Нет, нет. Да? Нет. Он именно классному руководителю высказал. А потом учителя у вас оставили в классе? Нет, или... убрали. Убрали учителя. То есть Витя уже тогда... Борец. Борец. Витя не побоялся говорить правду. И вот это обостренное чувство справедливости, наверное, в какой-то мере и мешало ему, да, Валентина Васильевна? Да. Да. Потому что когда, если человек пытается все время установить справедливость, особенно в детском возрасте, это приносит какие-то определенные, создает трудности и для него, и для окружающих. Вот здесь портрет, вот я думаю, что вот пионеры-герои, все, наверное, николаевцы знают эти лица, но за портретом, вы знаете, друзья мои, стоят
совершенно живые люди и такие юные, такие прекрасные. Вот таким вы запомнили Витю, Валентина Васильевна. Вот таким вот. Вы учились с Витей в 7 классе вместе, и в этот год началась война. И вы уже больше не учились, когда началась война. Да. Почему? Закрылись школы? Ну и школы закрыли, и... Да, школы закрыли. И вы уехали? Да уже война была, все. Уже была война. Началась война, и потом уже пришли немцы сюда, в Николаев. Да. Вы с Витей уже тогда потеряли связь, да? Да, 16 августа 41 года. Вы потеряли с ним связь. Да. А почему? Вы уехали, да, из Николаева? Да. Вы уехали в эвакуацию? Они тоже хотели уехать с мамой и с сестрами. Но мама в это время заболела, и она не смогла выехать с ними. А когда она уже более или менее выздоровела, то уже был закрыт путь, как говорится. Путь закрыт, и они сами остались, и они решили вернуться обратно в Николаев. Они куда-то выехали. Они уехали. Валентина Васильевна, а когда вы узнали, что ваш одноклассник, мальчик, который подарил вам свою фотографию с надписью «Другу Вале от друга Вити», вот так геройски совершил такой геройский поступок и был и погиб? Когда вы узнали об этом? Я вам скажу, когда я узнала. Когда я приехала в Николаев, начали рассказывать, кто о чем знает. Так. И сказали, что Витя Хоменко погиб. Что за штурм мы ничего не знали. Витя Хоменко погиб. И... Ну вот геройски он погиб, и его убили геройски. Немцы, да. Геройски погиб он, вот, а он погиб, ну, это очень большая история, пока они дошли туда, потом они пока вернулись оттуда, потом, когда в Москве они там были. Ну да, и вот вы узнали, что один из ваших одноклассников погиб. Валентина Васильевна, и вы потом, впоследствии прошли годы, и вы возглавляли много лет библиотеку, которая названа именем Шуры Кобера и Вити Хоменко. Да. Это вот подвиг Вити и Шуры, они тоже сыграли свою роль и повлияли на ваш выбор? Конечно. На выбор профессии? Конечно. А имя библиотеки, это принадлежит да. вам инициатива назвать библиотеку да, именно, да, именами да. юных моя, героев? Моя инициатива, это я ходила в райком, не райком, райисполком, Ленинский райисполком. То есть сначала вы возглавили библиотеку, а потом вы подумали, что вот здорово было бы да. назвать, и да? Я все время думала о том, что в библиотеке этой был... Витя Хоменко был причастен к этому. И пошла, ходила в райисполком Ленинский, написала там заявление какое-то. И благодаря Валентине Васильевне наша городская библиотека носит имена замечательных наших героев Шуры Кобера и Вити Хоменко, да, Валентина да. Васильевна? И я знаю, что еще, дорогие телезрители, есть песня, посвященная Вите Хоменко и Шуре Кобера. И, Елена Григорьевна, теперь просим вас на авансцену. Будьте добры. Наверное, она называется «Песня о Шуре и Вите». Песня моего детства, песня, знакомая всем людям, наверное, моего поколения, жителям города Николаева. Поэтому я хочу ее спеть. В город ворвалась грозная вьюга, всюду фашистский черный запрет. В городе нашем жили два друга, ровно 15 было им лет. Вместе ребята вышли на битву, вместе подполье били врага. Два пионера, Шура и Витя, два патриота, два земляка. Но
Но провокатор выдал фашистам Шура и Витя, пробил ваш час. Враг на допросе слез не увидит, мужество светит в юных глазах. Шура и Витя, вечно живите, ваше бессмертие в наших сердцах. Шура и Витя, вечно живите, ваше бессмертие в наших сердцах. Замечательная песня, Елена Григорьевна. Да, вот такая. Действительно, песня детства. Яркая. Да, очень хорошая песня. Мы росли на таких песнях, мы росли на таких подвигах, мы росли на таких примерах. Это было так здорово, так было к чему стремиться, было во что верить, на кого равняться. Поэтому, если эта песня будет еще жить, то мне будет очень приятно. Вот если еще можно два слова, чтобы от вас услышать. Вот Валентина Васильевна рассказывала о том, что ее инициативе принадлежит именно назвать библиотеку имени Шуры Кобера и Вити Хоменко. А до этого как называлась? Просто была городская библиотека? Городская детская библиотека. Номер один. Номер один. Городская детская библиотека номер один. И она по-прежнему все равно остается городской библиотекой номер один, несмотря на... Да, и я даже помню, что был какой-то момент, когда стал вопрос, оставлять имена мальчиков в полном названии библиотеки или просто, чтобы официально было название библиотеки «Городская детская библиотека номер один», а уже попутно, чтобы считалось, что это имя мальчика она носит. И мама настояла на том, чтобы действительно в полном названии библиотеки были эти слова «Витя Хоменко и Шура Кобер». И действительно, многие годы в экскурсионных маршрутах была эта библиотека, насколько я помню. Останавливались автобусы возле библиотеки, выходили ребята, шли на экскурсию в музее, который был создан при библиотеке, проводили экскурсии. Сколько людей, и, наверное, не только детей, да, наверное, и взрослые там побывали в этом музее. То есть это был серьезный воспитательный центр долгие годы. Да. Этот музей и эти имена. Я вот надеюсь, так, что эти имена, они будут жить, и тем более есть и памятник Вите Хоменко и Шуре Коберу. И это достойные примеры. Это достойные примеры, да. Это наши мальчики, наши николаевские. Это особенно дорого. И... тем более об этом забывать нельзя, потому що це наші імена і наші герої. Сьогодні, друзі, ми з вами були в гостях у однокласниці піонера-героя Віті Хоменка Валентини Павлюченка-Малярчук, яка чимало років очолювала міську бібліотеку імені Шури Кобера і Віті Хоменка. Щодень завтрашній нам готує. Почуємо зараз. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 23 серпня – Лавренція. На Лавренція спостерігали опівдні за водою. Якщо вона тиха, то і осінь буде тихою, а зима без завірюг. 24 серпня – Євпла. Якщо сильний вітер, чекай холодного вересня. 28 серпня – Успіння Божої Матері. Велике православне свято. Закінчується Успенський піст, починається бабине літо.